Ну, на секунду отвлечемся. Вот смотрите, это фундук сорта трапезунд. Очень редко, но бывает, когда на фундуке сортовом появляются нехарактерные для него орехи формы. Они могут быть как более лучшей формы, так и более худшей. Ну, вот этот орех, конечно, мне меньше всего интересен, менее интересен, чем трапезунд. Он удлиненный. Ну, просто чтобы вы понимали, что я вот говорю правильные вещи. Вот он, трапезунд на том же кусте. Вот этот орех, который я держу, это орех прошлого года. Он с плантации Николая Винтера. У него тоже трапезунд. И вот у себя первый раз я нашел вот такой орех в нехарактерной форме на кусте трапезунда. Вот рядом, я же говорю. Видите? Есть такой элемент, он используется в генетике, вот, когда либо целая ветка начинает давать урожай орехами или плодами, допустим, в случае с кизиловым, плодами нехарактерными, нехарактерной формы. И если они имеют отличающиеся в лучшую сторону характеристики, эти плоды или орехи, то их используют для дальнейшей селекции. Ну, конечно, вот такого рода орехи мне нет смысла использовать для селекции.